У нас тут появилось новое задание, смотрите. Антонина, старший шахтер, ну конечно же, не видно, что я занята, если тебе есть что сказать, то говори, в противном случае не донимай меня. А так это опять ты, в прошлый раз я очень торопилась и не успела тебя поблагодарить, разреши еще раз представиться, и Антонина отвечает за большую шахту и шахтерскую бригаду. Как видишь, в шахтах множество людей зарабатывают себе на хлеб добычей. Наверное, у тебя полно денег, да? Это очень щекотливый вопрос. Ну, скажем так, все в подземье очень бедны. И по сравнению с большинством людей у меня много денег. Единственное, что можно считать ценным в этом подземье, это геосущность. Вот как раз этого и у меня хоть отбавляй. Кстати, я слышал, что вы помогаете Дикому Огню. Напомню, что хоть ребята Олега всегда готовы прийти на помощь, но денег у них немного. Если вдруг у тебя будут финансовые проблемы, обращайся ко мне. Говорят, у тебя кое-какие есть проблемы. Дай-ка подумать, да, у меня есть к тебе просьба. Мастер вагонеток планирует уйти на пенсию, но он не ладит со своим учеником. Думаю, ты знаешь, что я хочу сказать. Пока ученик не закончит обучение, мастер не сможет уйти на отдых. Хотел бы попросить тебя быть для этого глупого ученика помощником. Помощником? Не волнуйся, я прошу быть тебя помощником. А для этого не нужны никакие профессиональные знания. Старик еще хоть куда, но у него плохой характер, и он очень упрямый. Это все хорошо, если попался понятливый ученик. Но это не тот случай. Я просто прошу тебя найти способ помочь ему. И с радостью. Обычно они останавливаются в лагере бродяг в большой шахте. Старику я уже сказала, когда встретишься с ним, просто назови мое имя. Ну, полетели. Большая шахта, ну, конечно же. Там у нас загадка есть какая-то. Подождите. Старший оператор вагонеток. Найдите старшего... Это оно есть? Смотри, это называется контроллер ротора. Положи руку сюда еще раз. А, ты здесь-то откуда? Тебе что-то нужно? Меня пригласила Антонина. Что, Антонина попросила тебя прийти? Ясно, ты и есть помощник, верно? Вот же своенравная. Сколько раз я говорил ей, что сам справлюсь. Но раз ты здесь, то нечего баклуши бить. А можно я просто погуляю? Ну вот еще. Первое правило в шахтах — меньше слов, больше дела. Когда закончишь, я дам тебе отдохнуть. Ладно, парень, вставай. Видишь это место? Это безумно интересно будет сейчас. Не будем говорить о вагонетках или железнодорожных путях. Ты вырос в подземье. Даже если никогда не видел, то точно слышал о них. Да? Обрати внимание на контроллер путей. Управлять контроллером легко. Как я сказал, контроллер позволяет соединить разъединенные на стрелочном переводе пути. После этого на соединенных путях загорается лампа на геосущности. Это позволит тебе определить, в каком направлении будет двигаться вагонетка. А еще есть вот этот стопор для вагонеток. Как следует из названия, он блокирует путь вагонетки. Если стопор так остановил вагонетку, то единственное, что мы можем сделать, это вернуть ее в изначальную точку. Все, что нам нужно, определить путь вагонетки, откорректировать его с помощью контроллера и отправить вагонетку к месту назначения. Но это интересно. На этом все, ты только мычал в ответ, так что не знаю, понял ли ты хоть что-нибудь, но у меня есть способ проверить. Тут все готово. Покажи мне, как это работает. Я не могу. Это еще почему? Ну, слишком сложно. Чего? Слишком сложно, я не понимаю, как это работает. Сколько раз я тебе объяснял, ты все понимаешь, когда речь идет о теории. Но стоит приступить к практике, и ты вдруг ничего не знаешь. Любой, у кого есть хоть капля мозгов, уже давно бы научился. Используй контроллер, меняй пути, двигай вперед. Снова используй контроллер, двигайся назад. Что в этом сложно? Я так и не понял. Да ты меня в могилу сведешь. Ты иди сюда, покажи ему, любой может справиться с этой работой. Я всего лишь помощник. Хватит болтать, разве не за этим Антонина тебя сюда отправила? Начнем. Не стесняйся, говори, если нужно вернуть вагонетку на место. Проверка вагонеток. Шахтер и его подмастерье, кажется, испытывают затруднения в большой шахте. Помогите им подтолкнуть вагонетку к назначенным стопорам, и, может быть, вы найдете что-то интересное. Цель состоит в том, чтобы припарковать пустые вагонетки к синим
стопором и подтолкнуть загруженные к желтым стопорам. А вы можете загружать или опорожнять вагонетки на рудных кучах. Если вагонетки не двигаются, используйте стрелочный перевод, чтобы изменить направление путей и продолжить движение. Ага. Не, ну в принципе все здесь довольно легко, по сути. Просто где мы еще с этим будем сталкиваться, непонятно. Пустая должна идти к синей. Но сейчас нам нужно поменять. Переключать. Отлично. И здесь тоже переключить. Ну, все. Поехали. Подтолкнуть. Подтолкнуть. А, это проверка, типа, я понял. Та-дам! Испытание завершено. Ну что, вы сомневались? Отлично, у меня кое-что для тебя есть. Но еще... Но это еще не все. Погоди, у меня еще есть для тебя задание. Так. Отлично, теперь площадка в порядке. Готовы к следующему? Да, начинаем. Вот, это настрой, давай начинать. Ага. Смотри внимательно, девочка. Стопор с желтой лампочкой обозначает стоянку для загруженных вагонеток. С желтой. С желтой. Но пустая вагонетка должна быть отправлена на стоянку с синей лампочкой. Как они будут работать, непонятно, да? Ладно. Мне нужно местами их поменять. Если я сейчас отправлю... Сделаю так. А, и здесь стопор тоже работает, смотрите. Поэтому мне нужно просто отправить ее. Давайте толкнем, и все. Все, она теперь нам не мешает. Теперь мне нужно эту штуку оттолкнуть. Угу, замечательно. Эту штуку повернуть. Теперь, я понял. Мне это нравится, если за это буду столько давать всего туда. Так, теперь мы это тоже отталкиваем. Можно оттолкнуть тебя, пожалуйста? Спасибо. Теперь меняем здесь. Угу. И меняем здесь. Поехали. Все легко и просто, смотрите. Ты сильна, и смекалисти этого пальчика. Возьми, твоя награда, и у меня есть еще загадка. Давай. Отлично, теперь площадка в порядке. Готовы к следующему? Да! Ну вот это настрой, начинаем. Смотри внимательно, девочка. Стопор с желтой лампочкой обозначает стоянку для загруженных вагонеток. Если вагонетку нужно загрузить или разгрузить, то делать это нужно на стоянке рядом с кучей геосущности. Я готов забирать сундуки бесконечно много. Ладно, поехали. Так, мне нужно будет повернуть сначала сюда. Все правильно настроено, поэтому мы берем и толкаем ее до конца, до упора. Теперь нам нужно просто повернуть эту штуковину. Переключить. Мы переключили, теперь загружаем ее. Да, все правильно, смотрите. Есть! Ну что, ну это же просто невероятно круто. Так, теперь нам что нужно сделать? Нам нужно просто ее подтолкнуть назад. Поменять переключатель. Отправить ее до конца. И поменять переключатель. Ну а теперь мы толкаем ее. Ух ты. А, все готово. У тебя получилось. Видел, как я говорил, любой, у кого есть мозги, мог бы освоить это давным-давно. Что-то не так. Какая-то вагонетка. Похоже, и мне пора показать, на что я способен. Ого, энтузиазм проснулся. Так значит, ты просто филонил все это время.
Я разберусь со своим ленивым учеником позже. Спасибо за помощь сегодня. Возьми это в качестве благодарности и передай Антонине привет от меня. Эти задания так разминка. Настоящее испытание еще впереди. Если тебя интересуют вагонетки, я прямо сейчас все для этого организую. Рядом с таким умным человеком, как ты, этот лентяй будет хоть немного стараться. Твоя награда там, смотри. Ценный сундук. Безумие. Слушай, а можно еще? Ты рано, я еще думаю о новых заданиях, приходи позже. Ой, есть босс. Не забудь подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, смотри всегда видео до конца и пиши комментарий. Всегда.